Всем привет, друзья, меня зовут Влад, вы на канале Best Shot, и мы начинаем проходить The Forest, игрушка. Новая игра, нормально. В общем, как предлагают, так и играем. Хоррор, выживание в лесу, как вы понимаете, The Forest. Играл я в нее, да. Последний раз года, или в прошлом году, или года два назад. Точно не помню. Ее все допиливали, переносили. Очень долго она была в раннем доступе, там с 14-го, по-моему, года или с 13-го года, до вплоть 18-го или 17-го. Потом вроде в бете она стала, потом вроде как закончили сюжет. Что-то ее проходили, перепроходили. Что тут такое? А, наш сын Тимми, это я точно помню. Да, для Тимми. Руководство по выживанию. Ага. Крушение. Авиакрушение. Краснокожий парень. О. Извините. Звук огня был. Огня уже нет. В нем потушили. Чьи-то труселя. Мадам. Мало сил, надо что-то съесть или отдохнуть. Хочется есть, найдите что-нибудь съедобное. Чё? Список пассажиров. Ага. Чё? Чётко. Не хочу есть. А, справа. Так, хорошо, ага. Чё, кушать надо? А кушать нету, подожди. Во. 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 Так, молоток откуда ты взялся? А, был в женщине воткнут. Да, теперь нету. Что, не с пальцами? Ну, в принципе, ладно. Вопросов нет. Опа. Происходит? Алло? Коза убежала. Так. Чё, задача какая? Спасти ребенка? Спасаем Тимми, получается. Такой у нас план. Я точно помню, что здесь есть яхта. Давайте-ка мы, наверное, до нее и пройдем, потому что я ничего больше не помню. Зайцы? Ай, зайцы бегают. Сундук валяется. О, нормас, новая одежка. Палки, да? Это палки, да? Кто-то стонет. А чё по части сундуков? А, ну вон еще, смотри. Ой, ну ничего себе, здесь много их. Ну погоди, давай отсюда-то начнем. Нахрена?
Так. Лутаемся, лутаемся. Инвентарь. На ай. Выпивка. Шоколадка. Ткань. Листок. Окей. Так, что я еще помню? Я помню, что это остров. Остров, остров. И хранит он в себе очень много тайн. Сейчас будем постепенно разбираться с ними. Где-то вспоминать, где-то... Ух ты. По-моему, это называется лагерь каннибалов. О, одышка. У меня, что ли? Так, вы не пугайте меня. Раньше времени, мне страшно. Так. Зайцы бегают, сука, пугают. Ублюдки шерстяные. Так. Где еще могут быть сундучки? О. Поднос. Ага. Все, да? Окей. Не херня, вот это хорошо. Вот это по-модному. Так, тряпочки, да, собираем? Хорошо. Краска. Помазались. Рисунок. То есть сынуля был здесь. Окей. Так, погоди. Ноутбук. Ага. Ага. Плата, да? Ага. Это что? Канистра с топливом. Перья. Перья, по-моему, нужны для улучшения вооружения. Не помню. Посмотрим. Так, веревки, я так понял. Ой, ткани, я так понимаю, бесконечно, да, можешь собирать? Что-то остальное не берется, а ткань за милую душу. Да, лагерь аборигенов. Или каннибалов, как они там называются. Как бы они там ни назывались. Коза улетела. Убежала. Два стула. На одном пике точеные. А на другой присесть можно. Так. Еще два стула. Собственно, как правильно заходить в хату аборигенам? Твою ж налево.
Так, нельзя вниз бежать. Внизу мы становимся уязвимы. Что такое? Это листва так шелестит? А почему мне страшно? Камень. Еще камень. Ч-ч-ч-ч, не уставай, не уставай. Неплохо. Пить хочет. О. Надеть. Броня появилась, да? Интересно. Интересный поворот событий. Так, что-то слишком много домиков. Куда мне спрятаться? Так. Ага. Зима. Я помню что? Я помню яхту. Я точно помню яхту. Я помню, что она справа от вот этой штуки находится. Если смотреть на эту, она где-то справа. Где-то справа. Ладно, побежали. Пока не стемнело, надо найти убежище. Мне кажется, меня ночью здесь загрызут к херам. Я помню точно яхту. Заяц. Да, потому что я ходил где-то там. Прикольно. Вот смотри-ка, семечки какие-то. Так, я ходил, потому что там по зимнему биому, потом по левому берегу я пошел вдоль берега и нашел яхту. Да нахрен? Да я попал? Так, мужики, что-то я ошибся. Сорян. Ой, бедный дядька. Валим отсюда. За коробки. Ой, да ну нахер. Где? Я потерялся. Откуда пришел? Ладно, пойдем. Море, да? Море, да. Дошли. Все, я так вот шел-шел-шел, короче, и яхту нашел. Интересно, получится сейчас это сделать? Или она генерируется постоянно? В рандомном месте. Здесь вроде никого нет еще. Неплохо. Отдохни, отдохни, отдохни пока. То мало ли, бежать от кого-нибудь надо будет. О, это что такое? Фаер, какие-то, ладно, смотреть не будем, потом посмотрим. Что-то уже сумерки какие-то начинаются. Точнее, вечереет. Что, нет, не здесь? Чего? Странно. Что это? Взорвать надо? Ладно, потом. Запомним. Ой-ой-ой-ой, куда я забрел? Извините. Извините. Прошу прощения.
А я что-то не увидел их, они за деревьями слились, я слышу их. Отдохни, отдохни, мужик, нам еще бежать. Очень далеко. Че, они не бегут за мной? Нет, они какие-то мирные. А может, меня никто не хочет обидеть? Может, это мои влажные фантазии? Надо быть осторожным. Стопудово. Осторожность тут вообще не помешает. Где яхта-то? Вот яхта. Во-во-во-во, вот про нее говорил. Да, есть яхта, значит. А как до нее доплыть? Я плавать умею? Или я как Томми Винцетти, или как его там зовут? Который плавать ни хера не умеет. Тут должен быть крафт, погоди. Тут должен быть крафт. Тап? Нет. Н? Нет. М? Б? Б? Ого-го! Так, создание предметов. Нажмите, чтобы добавить предмет. Так, подожди, мы это все почитать надо. Мы это почитаем все. О, да, содержание есть. Огонь, убежище, пища, вода, хранилище, мебель, ловушки, лодки. О. Плод. И чё? Бревна, 7 бревен. Лес рубить? Как оно падает красиво. Как оно падает. Чё? А, три бревна только можно взять. Два. Два бревна, ну ладно. Хоть как-то. Так, еще одно. О! Перышко. Так, а чё и как? Ага, вправо-влево. Назад, вперед. Все, понял. Плывем. Там что-то на берегу происходит странное. Киты какие-то валяются или что-то. Так, стоять. Как хорошо мы начали, слушай. Солнышко засело, а мы здесь. Яхта. Summer Edition, яхт. Ничего не понятно, ну. Окей. Что она? А, здесь тепло, что? О. Там что-то есть. Река, веревка. Так, ладно, темнеет уже. Ну хорошо, что мы здесь, а не там. Это прям хорошо. Мне очень нравится. Что такое? By Megan Cross? Интересно. Какие-то потроха, что ли, или что это? А почему? Теперь вместится. Это пацанка, это девчонка, что там было?
Миссинг. Миссинг это поиски, да? Кассета какая-то. А, проигрыватель. Да? Проигрыватель. А, о! Точно, там же крафт был, подожди. То есть я могу... Кассета, кассетный плеер. Вот так? О! Объединить. Играть. Ну страшно, не надо. Не надо играть, очень страшно. Еще страшнее становится. Слушай, а можно как-то назначать? А, вот, горячий клавиш. 1, 3, 2, 4. А как? Чтобы назначить быстрый выбор, объединить. И чё? Топоры самолета на тройку. Ага. Так, газировка. Мутант какой-то. Что там? Страшно становится. До свидания. Так, шоколадки. Какие-то баллоны. Сохраниться? Ну давай сохранимся. Нормально. Так, еще темнее стало. Я к такому я не готов. К такому я точно не готов. Отсидимся тут? Что делать? Ах, давай поизучаем. Есть первая страница вообще здесь? Ага. Выживание. Книга с инструкциями о том, как делать инструменты и предметы, чтобы выжить в лесу в одиночку. Руководство по основам выживания. Шаг первый. Построить убежище. В убежище можно спать и сохраняться. Охотничье укрытие. Нужны предметы. 7 палок, 6 камней, 7 дров. Ага. Это бревна, а не дрова. Перед тем, как идти в неизвестный лес, разумно построить убежище. Вторая ступень. Разведите огонь. Он дает тепло, светло и отпугивает врагов. Но помните, ночью огонь может привлечь незваных гостей. Угу. Понял, то есть днем горит, ночью тушит. Огонь очень важен для вашего выживания. Огнем или факелом можно освещать путь в темных пещерах. Факелом. Как факелы сделать? Третья ступень. Вот две очень похожие ягоды. Только одна съедобная, другая ядовитая. Съедобная черника овально-листная. Ягоды ярко-синего цвета с венчиком на макушке. Так, ядовита. Черная жимолость. Блестящие ягоды черного цвета растут парами. Ага. Будьте осторожны, прежде чем съесть что-то. Убедитесь по справочнику, что это съедобно. Хорошо. Огонь, следующий раздел. Листья у нас есть, палки есть. Что, в яхте нельзя огонь зажечь? О, на плоту можно. Неплохо. Что такое? С? А, типа жарится. Прикольно. Как зажигалку брать? Газ кончится еще? Или не кончится? Ой, смотри, самолет летит.
А чё, он меня не видит, что ли? Странно. Ну пусть будет, ладно. Список дел обновлен. Какие у меня могут быть дела в лесу? Дальше. Огонь... ага. Чё по еде? Есть хочется. Шоколадка. Ага, пока есть запасы. Так, и мясо жарится. Все отлично. Про факел что-то говорили. Факел, 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 факела нет. Веревка, коктейль Молотова. Стой. Горящее оружие, самодельный лук, рогатка, улучшенное копье, мешок для палок, мешок для камней, зажигательные стрелы, зажигательное улучшенное копье, ремонт. Сейчас, одну секунду. Так, монтаж, меня отвлекли. А, коктейль Молотова. Так, на чем остановился? Подожди, а как ее... Непрочное копье, стрелы, самодельная дубина, снегоступы. Снегоступы? Горящее оружие, самодельный топор, самодельный лук, рогатка, костяные стрелы. Горящее оружие. Еще улучшить можно? Нет, нельзя. Урон, оружие... А, прибавляет урон, плюс урон, минус скорость оружия, плюс скорость оружия. Это кто? Зуб, перо, настойка. Ладно, потом. А что с настойкой можно? Коктейль Молотова. О, смотри, стрелы. А, подожди, а лук? Тут лук можно делать? Непрочное копье, смотри-ка. О. Так, а лук как? Самодельный лук. Веревка. О, смотри, топор есть самодельный. Рогатка. Давай лук. Тряпочка. Веревочка. О, смотри-ка. Как там стрелы делались? А. Дерева нет. Так, дерева нет. Так. Что там, расцветает, нет? Нет, еще не расцветает. Давай сохранимся. Что там рядом луна была? А, поспать же можно, да? Да? Z? Чё, спим? Чё, день? О, смотри. День. Утро. Да, вон там солнце. Да? Да. Тогда давай на восток. О, что-то приготовилось. С собой взять нельзя? Только здесь кушать. Что-то не прибавило мне. А, прибавило. Давай полную сделаем. А почему с собой нельзя взять? Это хреново. Ну, поплыли. Пить охота. Давай пить. Так, подожди, что пить-то? Что есть пить? У нас сейчас закончится. И что делаем? А, рыбка. Так, наверное, вот это еда. Это что? Убежище. Пища. А, клетка для кроликов. Водосборник, грядка, сушилка, водосборник. Интересно. А по еде чё? Ладно, давай водосборник хотя бы. По еде у нас вон, вроде мясо сушится. Сушится. В костре, в смысле, находится. Жарится. Ёпт. Так. Почти открыл. Погнаться будут. О! Черепаха. Извини, пожалуйста. Ой, ты смотри. Так, чё, подожди, ты панцирь нам нужен. Зачем ты? А чё ты взял? Мясо, что ли? Мясо сырое. Нет, нам панцирь нужен был. Та же была. Смотри, реально селедки какие-то валяются. Крест, смотри, какой-то. Кассета. Яхта. Камень. Так. Деньги. А зачем нам деньги?
Ладно, пригодится. Так, мячик давай мы положить хотел. Камешек. Еще камешек. Драться головой? Что-то такое себе. Такое себе оружие. Мне кажется, топор бы надежнее будет. Так, хорошо. Смотри-ка, тряпочки. Еще деньги. Камешек. Слушай, ну нифига себе тут лута. Вот это я удачно зашел. Оказалось, что-то стукнуло. Оказалось. Так, что там надо? Эти палки надо. Где мы палки брали? Ты палку дашь? Дает, отлично. А ты палку дашь? Дает, отлично. Сколько палок? 4. А еще можно? 6. 7. 8. Девять. 10, 11, 10. Что скрипит? Дерево скрипит? Деревья так шумят? Страшно мне, вы так не шумите. Так, ладно. Да, я потом схожу. А что-то водособиратель был какой-то. Подожди. Так вот, чтобы видеть, что происходит. Так. Водосборник был какой-то. Вот он. Что, прям на плоту можно? Ага, есть водосборник. Так, как еще? А, стрелы. Мы хотели стрелы. А, стрелы, перья надо. О, смотри-ка. Как стрелять? Ага, примерно понял. Чуть выше, чем вот эта вот коряга. О, смотри. Деньги у чайки были. Пошла сюда. Смотри, кто-то бегает. Я же тебе говорю, не показалось. Перо улетело. Нет, не хочу догонять. Вон, бегает это. Видал? Видал, видал? Что-то уголь какой-то захавал. Почти. Отлично. Главное не ссать. Ага. Еще перья улетели. Так. Еще перышко. Стой. Стой, 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 стой. Коза. Стой. Текстура улетит, что ли? О! Ну куда ты полетела? Как ты вверх полетела? А гравитация для кого? Так, ладно. Кто там бегал, и вернутся ли они? Смотри, так нет креста, так есть крест. Так нет креста, так есть крест. Мистика какая-то. Чудеса происходят. Сука, не подходите. Так, ладно. Давай сделаем так. Останутся. Не должны.
Так, посмотрим, что еще есть. Оружие есть? Постройки. А, ну здесь, видимо, все с постройками связано. Хорошо. А, во, подожди, еда есть. Что, деньги, це? О, подкидывать деньги можно. Нормально. Понимаю. Так, хорошо. Что там, по идее, еще? Клетка для кроликов. Разводить их, что ли? Двоих поймал и все? Можно потом вылавливать по одному. Сушилка. Сушилка. Что за сушилка? Ну-ка. А что такая большая? Ты что? А как вертеть? R. Слушай, ну я здесь мини-дом сейчас сделаю. Все, наверное, в лесу начинают. А я что-то как-то на плоту начал. Чё? Е. С. И чё? Вот это коричневое какое-то, вот это красное. Черепаха, ты чё пугаешь? О, монстр какие-то. Так, хорошо, ладно. Чё делаем? Задача какая? Там список дел был обновлен какой-то. Где наши дела? Где наши дела? Так, яхта. А, это не яхта, это вода. Подожди, где заглавление было? Вторая ступень, указатель. Убежище, огонь, пища, вода, хранилище. Свои пост... Хранилище. Типа сундуки. Держатель для палок, сани для дров, держатель для дров, держатель для камней, стеллаж для оружия, полка для взрывчатки, небольшой шкафчик, большой шкаф. Чтобы сделать держатель для палок, нужно 6 палок. Давай сделаем. Чтобы постоянно за палками не бегать. О, не будет мешать? 6 палок надо. Чё, пойдем? Близко не будем? Давай, не ссы. Пацан не ссы, пацан пожарный, давай. Где? Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, все, 10. Валим. Что такое? О, уплыла иконка. Ага. О, ну все. Сейчас мы запасемся и в рот чихпых вообще их. И эти джунгли мне нахрен не нужны будут. Да здесь страшно, ни хрена себе, какие-то аборигены ходят. Раз, два. Три, четыре. Пять, шесть. Семь, восемь. 9, 10, 11. Знаешь, что еще интересно? Я их по одному не встречал. Три раза мы с ними столкнулись, и три раза они были в паре. Можно, в принципе, попробовать сохраниться и сразиться с ними. Может, я выиграю? Давай сохранимся. А, знаешь, как сделаем? Знаешь, как сделаем? Поехали, сохранимся. Черепахи плавают. Никто не плавает.
Он тут дно мелкое. Но рыбы я не вижу никакой. Ладно. Так бы можно было копьем. Опа. Здесь же можно рыбу ловить копьем? Что-то я, по-моему, в трейлере видел это. Так, С. И это во втором форесте, Sons of the Forest, который должен выйти уже в осенью. Че, мы сохранились? Давай попробуем сразиться с ними. А вдруг я выиграю? Залутаемся. А, хотя они голожопы бегают, по-моему. Чем там залутаемся? Надо еще хранилище для камней сделать. Но я пока не понял, где камни применяются. Я никого не вижу. Но здесь молодые люди бегали. Мне кажется, ли там домик? Это камень. Они умеют по деревьям лазить, нет? Опа, домик. Домики вон они. Видишь? О. Вот смотри, водоем тут. Интересно, они плавать умеют? Давай сагрим одного. Воду. А я плавать умею? Я плавать умею. Так, кислород, все дела. Хищников в озере не должно быть никаких. Если в море плавать опасно, то здесь. Хотя в море мы еще не пробовали, может и не опасно. Но, по-моему, просто. Да, я играл как-то, и меня кто-то захавал, по-моему, в море. Надо, короче, этот момент уточнить. Ты смотри. Видите, какой побежал пиздюк. Лекарство. Нельзя. О, Е. О, можно. О, еще и shift работает, обалдеть. И чё? Слушай, нифига себе видно. Сторожевой пост. Что такое? О! Стрелы. У меня же есть стрела. А во, для арбалета. Арбалет. Так, труп. Во-во-во, смотри, пацаны бегают. Видел? Аж зайцы разбегаются. Так нифига там толпа, человек 4 пробежала. Какие-то аборигены, да? Кто такие аборигены? Аборигены — это местные жители. Поэтому если меня назвать аборигеном. Какой-то области, например. Это будет, в принципе, правильно. Зайцы бегают. Кастрюлю. И на себе. Мухи летают. Пацаны разлагаются. А я не могу куснуть немного? Не могу. Ой, ты смотри, опять что-то взорвать можно. Слушай, я так много всего нашел, что-то уже не хочется с ними. О, кожанка. Все, больше не переодеваемся. Отлично. Теперь мы брутальные пацаны, нас будут бояться. Но осторожность никогда не помешает. Ты что такое орешь? Там что-то есть? Чего так жужжите? Тотем какой-то.
сама посходили строить тут их. Все, теперь моя территория. Идите строить в другом месте. Так. Что там по времени? Ой-ё. Так. Что ты все записываешь? Надо будет почитать, что он там записывает. Может, что-то плохое записывает. О, рисует, рисует что-то. Ну, придем. Блокнот откроем, а там писюны на всех страницах. Так. Палки, палки, палки. Подобрали. Здесь пацаны бегали. Семена. Палки, все, палки кончились. Значит, валим. Откуда я пришел? Вот отсюда, да? Да, вон яхта торчит. Самый надежный способ. Так, ну вы выжили. Ох ты, ты че пугаешь так? С ума сошел. Я не знаю, зачем ты мне нужен. Хрена себе. Ты мне явно нужен. Блин. Ну нахрена? Так, давай сохранимся. Так, что-то она не плывет ни хера. Иди сюда. О, понеслась. Так, и чё? Чё, и чё, и чё? Ничего не исполнится здесь? Сэм, сохранить. Так, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Если понравилось, ставьте лайки, я продолжу снимать, потому что я так пробный забег был, потому что я не знаю, вообще вывезет у меня запись или нет, вывезет мне комп записывать что-то типа рафта или нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, отправляйте это видео друзьям, заходите на паблик, заходите на сервер. Все ссылки будут в описании. До встречи в следующей серии. Всем пока.